На Даугавпилсской карте мест для прогулок и отдыха продолжают появляться новые интересные объекты. Один из них – музыкальный сквер на Эспланаде, строительство которого завершилось несколько дней назад. В этом необычном месте каждый может стать свидетелем рождения музыки и создать собственную прекрасную мелодию. Центральной темой новой зоны отдыха и прогулок стали звуки музыки в городской среде. Это очень символично, потому что объект находится прямо напротив Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока, представители которой устроили музыкальный перформанс в честь открытия сквера, используя не только привычные профессиональные инструменты, но и демонстрируя звучание нового оборудования. Пробовать необычные инструменты будет интересно как тем, кому не чуждо искусство музицирования, так и тем, кто только начинает познавать многообразие мира звуков. Рядом с инструментами установлены нотные станы, которые помогут воспроизвести всемирно известные мелодии даже самым маленьким ценителям музыки. Кроме музыкальных инструментов, в сквере появились также скамейки, урны, указательные знаки и информационные стенды, предусмотренные парковочные места для велосипедов. Территория оборудована таким образом, чтобы по ней могли перемещаться родители с колясками и люди с ограниченными возможностями. Продолжается и благоустройство прилегающих к сферу зеленой зоны. Рядом уже засеянной через пару месяцев зацветет яркая поляна летних цветов. Будут посажены деревья, в пруду на Эспланаде вновь заработает фонтан, а звуки музыки дополнят оживленное жужжание обитателей гостиниц для насекомых. Жителей просят бережно относиться к новым объектам, чтобы они могли долго радовать маленьких и взрослых посетителей сквера и дарить им возможность прикоснуться к удивительному миру музыки. Во время прогулок нельзя забывать и о соблюдении правил эпидемиологической безопасности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.